Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Наріцина, і сьогодні у нас чергова розмова із Сергієм Жирновим, колишнім співробітником КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ. Але перш ніж ми його долучимо до нашої розмови, будь ласка, підпишіться на цей канал, також на канал Сергія Жирнова, ви можете знайти його в описі під цим відео. Не забувайте поставити свої вподобайки цій трансляції і також напишіть свої коментарі, не забуваючи вказувати, з якого ви міста. Бо нам дуже важливо розуміти, де нас дивляться та де нас чують. Ну і, звісно, що пишіть все те, що ви б хотіли почути і щоб ми обговорили в наступному ефірі. Ми обов'язково будемо дивитися ваші коментарі і вже в наступних наших ефірах з гостями будемо ці питання обговорювати. Як і обіцяла, доєдную нашого гостя. Сергій, здравствуйте, рада вас привітувати. Здравствуйте, Анастасія, привіт всім нашим зрителям, взаємно. Ну и вы знаете, мне кажется, что вы тот человек, который может знать или предполагать о том, что случилось вчера в Кремле. И я хочу, естественно, начать наш разговор с этого, что же все-таки было. Покушение на Путина – это игра Кремля? Почему спрашиваю? Потому что у меня на самом деле очень много вопросов. Есть несколько деталей, которые у меня удивили. Первое – это направление, откуда летел этот дрон. Второе – качественный видео с камер наблюдения, потом задержка в публикациях, потому что не сразу появилось это все в СМИ, ну и раздувательство этой всей истории со стороны Кремля и пропагандистов. Вот что вы можете нам сказать, что это было, и проанализировать эти пункты? Ну, история мутная, очень много версий, пока ничего толком понять нельзя, строго говоря, потому что все равно пока существует там 3-4 работающие версии всей этой истории. Удивительно, я с вами согласен, что удивительно то, что задержка, огромная была задержка между самим происшествием и тем моментом, когда она появилась, когда она появилась на сайтах кремлевских. Путин, кстати, физически не появился, не прокомментировал это дело, не откомментировал. Сразу должен сказать, что вот то, что вы подали с самого начала, как, вернее, процитировали Российскую Федерацию, что она подала это как покушение на Кремля, на Путина, это совершенно не работает. Потому что, во-первых, заряд, мы все видели, что заряды были очень слабенькие, что там не было никаких практически разрушений, раз, и что самого Путина там не было. Поэтому, в общем, это не, конечно, Российская Федерация хотела бы потом отыграть это пропагандистски, как покушение на Путина, террористический акт и так далее и тому подобное. Это все не работает, потому что Путин сидел в Новоогареве или сидел в бункере, и сидел в каком-то другом месте, и ни один, ни другой дрон его жизни не угрожал, и ничьей жизни не угрожал, потому что мы видели, что они были разрушены или взорваны над самим Кремлем, но от этого не пострадало ничего. Дальше остаются только вопросы. Остаются только вопросы, ответов практически нет никаких, потому что настолько все это бездарно сделано, что остаются вопросы. Но, с другой стороны, самый главный вопрос другой. Посмотрите, Российская Федерация говорит, что она супердержава. Российская Федерация говорит, что у нее есть оружие, которому аналогов нет в мире. У нее есть оружие радиоэлектронной борьбы, которое способно обесточить и нейтрализовать любое оружие вокруг там, Российской Федерации. У нее есть высокоточные ракеты. У нее есть самолеты 27-го поколения. У нее есть... Чего только у нее нет. Да, вот мультиков нам Путин показал огромное количество. И вдруг какие-то два дрона ударяют не просто куда-то, а ударяют по самому центру Российской Федерации, по столице Российской Федерации. И не просто по самому центру, а по Кремлю. И не просто по Кремлю, а по самому главному зданию, где значит, веет этот самый российский флаг, российский триколор, который виден ну, довольно далеко, и, по крайней мере, со стороны Красной площади это такое вот здание очень главное, на котором виден этот план. Значит, получается, что у Российской Федерации нет никакой ПВО. У Российской Федерации получается, что Кремль абсолютно незащищенное место.
Москва абсолютно незащищенное место. А они же ведь нам рассказывали, что они установили установки противоракетной и зенитной обороны не только вокруг Москвы, но и даже на зданиях Министерства обороны, Генерального штаба, там, резиденции Путина и так далее. Выясняется, что все это либо вранье, либо не работает. Да? Дальше. Зачем это нужно украинцам? Чтобы показать, что вот Кремль незащищенный? Да, это интересная, интересная версия. Но получается тогда, что Украина переигрывает в военном плане Российскую Федерацию. Да, потому что Украина способна запустить такой дрон, который взорвется не просто где-то, а вот над самым главным зданием Российской Федерации. И в этом смысле это, конечно, очень символичная вещь. И я так думаю, что все-таки эту вещь сделан не Кремль. Потому что для Кремля она очень невыгодна. Кремль теперь отыгрывает ее, то есть он ее использует для того, чтобы там продвигать какие-то свои нарративы. Но вот эта задержка с 3 часов утра до 14:30, когда они не знали, как на нее реагировать, это доказательство для меня, что это делал не Кремль. С другой стороны, я не думаю, что это сделала Украина на самом деле. Да? Или если это сделала Украина, то это такого же плана диверсия, как были диверсии в Дягилево и в Энгельсе-2. Вот когда в декабре месяце прилетел какой-то дрон в Дягилево и в Энгельс, то это было не столько важно было, что какие разрушения там произошли, а важно было, что на два стратегических аэродрома стратегической бомбардировочной авиации Российской Федерации могут долететь дроны. То есть эти аэродромы не защищены. И вот такая же ситуация сейчас с главным зданием в Кремле в Российской Федерации. Сергей, таким образом. А тогда кто мог быть причастен, если не Украина, не Кремль? Это что, партизаны? Это могли быть партизаны. Причем партизаны, знаете, какие могли быть? Я вообще вот так думаю, что это могли быть партизаны типа Гиркина. Это могли быть недовольные, клуб недовольных патриотов. Потому что мы понимаем по реакции, которая последовала на эту вещь, реакция какая? Спровоцировать Российскую Федерацию на более жесткую форму ведения войны с Украиной. Правильно? И все истерические вопли, которые за этим пошли, Медведев, Володин, там, Песков, все они друг за дружкой, это абсолютная истерия. И предлагают они что? Разбомбить ядерными бомбами Украину, разбомбить административные центры Украины. То есть сделать то, чего до сих пор Российская Федерация либо не делала, либо не решала сделать. Вот. И по этому поводу вполне возможно, что вот для меня... И самое главное, понимаете, если это сделал Кремль, то Кремлю же это обратно и возвращается, потому что получается. А чем занимается товарищ Патрушев? А чем занимается товарищ Бортников? А чем занимается товарищ Кочнев? А чем занимается комендант Кремля? Извините за выражение. А чем занимается Владимир Владимирович Путин, если к нему прилетает дрон в его резиденцию, главную резиденцию главы государства Российской Федерации? Получается, что, в принципе, для них это не очень выгодно. Они могут это теперь использовать для чего-то. Но выгодно это тем, кто в оппозиции Путину со стороны партии войны, то есть Гиркины, Пригожины, Дугины, Малафеевы и же с ними, вот они давят на официальный Кремль, то есть на Путина, на Патрушева, на Бортникова, на Шойгу, на Герасимова, чтобы с большим напряжением вести атаки. И это вот абсолютно нарратив Гиркина. Вот если вы послушаете, то вот то, что говорит Гиркин, это вот это. Да? И таким образом понятно тогда, что тот негатив, который создается этой акцией, а именно показано, что на самом деле Кремль не защищен, и Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, и комендатуры Кремля, и ПВО страны, и ПВО Москвы не работает, это все в отношении официальных властей негатив. И вот этот негатив — это то, что Гиркин со своего канала говорит каждый день.
он их критикует вот именно в этом плане. Он говорит, смотрите, у вас везде дыры, вы не знаете, у вас не хватает там, не хватает того, не хватает того. Вы неправильно ведете войну, вы все неправы, генералы идиоты, генералы дураки, надо всех менять, всех расстреливать, и надо ставить меня, моих соратников и людей, настоящих офицеров, которые покажут этим украинцам, как воевать. И вот если вы возьмете эту логику, то вот самая версия, которая больше всего укладывается в то, что произошло, это вот эта версия, с моей точки зрения. Сергей Олегович, есть еще несколько, я хочу с вами их проанализировать, потому что Институт изучения войны пишет, что, возможно, это выгодно Кремлю, чтобы огласить мобилизацию, огласить официально войну, да, вот потому что уже дроны в Москве, в Питере, ну, мы видим, что все более и более война уже перебрасывается на территорию Российской Федерации. Но есть еще одна версия, что таким образом Москва хочет показать, как якобы распоясалась украинская сторона, повышая эскалацию. И вот они хотят таким образом сбить помощь западную, потому что, помните, наши партнеры западные говорили, мы не будем вам давать дальнобойное оружие, потому что вы будете бить по Российской Федерации. И тогда мы говорили, что нет, мы такого делать не будем. Сейчас мы заявляем, что это тоже не мы, это официальное заявление президента. И при этом Кремль показывает, что наоборот. Вот видите, Украина ударила по Кремлю. А если вы им дадите эти ракеты, то все, они просто снесут с лица земли Россию. Как вы считаете, может ли существовать и такой вариант? Любой вариант может существовать в Российской Федерации, потому что это страна парадоксов и страна дураков. Да, и поэтому любой вариант может существовать. Но, как я вам говорил, что вот эта версия, она бьет по самому же Кремлю. Да, потому что она бьет по его боеспособности. То есть, вот показали они американцам, что украинцы нехорошие люди, и они готовы бить аж по Кремлю. Но одновременно украинцы показали американцам, что без американской помощи они могут добить до Кремля. И поэтому американцам наоборот, я бы сказал так, что если бы это было, я был американцем, я бы сказал, им надо дать быстрее то, чтобы они победили там, в Украине, и чтобы не лезли ни в какой Кремль, потому что вот если мы будем тянуть со своей помощью, тогда они будут устраивать вот такие штуки в Кремле, на территории Российской Федерации. Нет, эта версия, с моей точки зрения, не работает. И больше того, ее опроверг Блинкен, госсекретарь. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки сказал, что вчера, что Украина имеет право защищаться так, как она считает нужным. И Украина имеет право вести войну там, где она считает это нужным. Вот это официальная позиция, по крайней мере, Госдепартамента. Да, мы не знаем, что там по этому поводу думает Пентагон, мы не знаем, что думает Байден. Байден сказал, что, в общем, там, ну, не сам Байден, а его, так сказать, представитель, пресс-секретарь, сказал, что пока ничего нельзя разобраться, не будем спекулировать, давайте посмотрим, разберемся, проведем исследование, потом уже будем какие-то делать выводы. Но Блинкен сказал, что Украина имеет право вести войну так, как она считает это нужным. Вот и все. И да. Таким образом, эта версия опровергнута самими Соединенными Штатами Америки. То есть, грубо говоря, Блинкен сказал, мы на эти вещи не обращаем внимания. Это ваши внутренние проблемы в Российской Федерации. Если вам хочется, не нравится, что Украина может добить до Кремля, защищайте свой Кремль. Какие у вас проблемы? У вас есть ПВО. Ну давайте, вы там нам говорили, что у вас есть замечательная страна, что вы вообще крутые, что у вас там есть оружие, которого нет ни у кого, да, который там может долететь куда угодно, там цирконы какие-то, не цирконы, какие-то там посейдоны. А вот выясняется, что два, извините за выражение, сраных дрона могут долететь до Кремля, до кабинета практически Путина. Да, и они еще достаточно габаритные, эти дроны, и они еще их было два, и прилетевший первый, он пролетел ранее, и уже приблизительно через четверть часа пролетел второй. Ну, то есть, можно же было уже сбивать и второй, но нет, мы видим, что они все-таки долетели. По поводу видео хочу у вас спросить, потому что
появились видео с камер наблюдения, где хорошо видно, как летят дроны, как они попадают. Я думаю, если бы еще сгорел флаг, то это было бы еще символичнее, но все же. Попало в купол, взорвался. Но эти же видео и доступ к ним имеют же только силовые структуры, я имею в виду ФСБ. Почему они тогда опубликовали? Почему они не придумали какую-то версию, как тогда, что там у них чайник горел в Министерстве обороны? Вот, это главная проблема. Вообще проблем, на самом деле, вопросов гораздо больше, чем ответов. Вот я поэтому и говорил, что вопросов больше, чем ответов. Вы правильный вопрос задали. Я вам могу дать частичный ответ, что вы правы, что доступ к этим видеосъемкам, то есть доступ ко всем камерам наблюдения вокруг Кремля, которые смотрят на Кремль, имеет только Федеральная служба охраны. Даже ФСБ к ним не имеет доступа. Это только Федеральная служба охраны. Потому что это входит в компетенцию ФСО. И, соответственно, если они это опубликовали, значит, это они были инициаторами такой публикации. Дальше вопросов гораздо больше, чем ответов. Почему? Про Путина говорят, вот Путин там крутой мужик. Да, крутой мужик, диктатор, страна вообще там зажимает гайки и так далее. Сравнивают его со Сталином. Да, вот говорили, Медведев какие-то сталинские приказы зачитывал там для производителей вооружения. Путин там чего-то надувает щеки и, значит, выдает себя за великого полководца. Значит, при Сталине как бы развивались события при Сталине? Во-первых, Сталин в 3 часа ночи работал, он не спал. Да? Путин спит в 3 часа ночи. Ради бога. И явно пусть не спит, под тем куполом, да? Явно не под тем куполом. Он спит в совсем другом месте. Но при Сталине было бы что? Значит, собрались бы немедленно, тут же был бы собран штаб Комитета обороны. Да? Собрали бы главу администрации президента, директора Федеральной службы охраны, директора ФСБ, начальника генштаба, начальника ПВО страны, начальника Московского военного округа, коменданта Кремля. И всех бы Сталин их поставил, сказал, кто из вас предатель и враг народа? Кто допустил это? И дальше Сталин бы вывел их всех во двор и расстрелял бы. Немедленно. А если бы это был не Сталин, а Андропов, он бы в 9 часов утра выступил с сообщением, что террористический акт состоялся, виновники в том, что он смог состояться, отстранены от должности. Патрушев, Бортников, Герасимов, Шойгу и далее по списку еще там 15 человек. Путин не только никого не отстранил, не только не сделал этого заявления, но вообще не появился даже в пространстве в течение дня. Я вообще сомневаюсь, что он в Новоогарёво. Вы знаете, нам сказали, что в Новоогарёво. На самом деле, я так думаю, что он на Валдае отдыхает, пьет шампанское, играет в бильярд, плавает в бассейне. Вот. И поэтому, кстати, никто и не знал, как реагировать. А когда он вернулся из Санкт-Петербурга, скорее всего, 3 мая, он спал все утро. Он просто все утро спал, и народ не знал, а кому докладывать. Ну, доложили они войну, да? Ну, доложили они там по команде всем остальным. Но они же не президентские, а они же чиновники, да, а тут уровень решения главы государства. Вот. А он спит, например, да, там до часу дня. Вот. Потом он проснулся, позавтракал, покупался в бассейне. А ему никто не решается это все дело рассказать, да, потому что под горячую руку попадешь человек, который только стал, допустим, он стал в плохом настроении, да, плохо спал, до этого ездил в Санкт-Петербург, устал, старенький старичок. Вот, может быть, у него там бессонница была всю ночь, вот, но ему никто это дело не дает. И потом рассказали где-то к 14:30, а может быть, даже не рассказали, может быть, просто там чуть-чуть упомянули. Ну и он там типа, ну давайте там, публикуйте. Вот. И дальше понесло. И опять без него. Реакции его-то нет никакой. Да? То есть вот если человек реактивный, если человек задумывал, если это задумывалось, как провокация такая вот, четкая провокация КГБшная, ФСБ, тогда нужно было реакцию давать мгновенную, молниеносную. Потому что вот сейчас уже прошло 24 часа, вот даже если сейчас они соберутся и начнут бомбить Киев, административные здания Киева, это поздно уже.
Это поздно, потому что либо надо было бомбить сразу вчера в 6 часов утра или в 9 часов утра, а теперь поздно уже. Уже все, проехали, уже нету, ну, нету реакции никакой. Это уже не реакция, это уже послесловие какое-то, послевкусие. Вот. И поэтому я, кстати, не очень вижу в этом такую хитрую интригу ФСБшную. Я больше вижу в этом интригу вот этой самой партии войны. А, кстати, у партии войны возникает вопрос. Ну, хорошо, партия войны, а как эти дроны оказались в Кремле? А потому что у партии войны, у нее же есть сторонники в ФСБ, в армии. Потому что вот все, кроме генералов, которые руководят этой войной, на самом деле говорят точно так же, как Гиркин. Вот люди, которые пониже, там, полковники, майоры, они говорят так, как Гиркин. Гиркин является рупором военного лобби. Именно поэтому его никто не трогает. Именно поэтому он не в тюрьме. Именно поэтому ему дают возможность высказываться. Потому что Гиркин — это рупор Генштаба, рупор ФСБ, рупор партии войны. Рупор всех тех, кто требует от Путина вести эту войну жесткими мерами. И поэтому Гиркина не требует. И вот для меня основная версия — это вот эта версия. Хочу вас спросить, а что это за люди были на куполе Сенатского дворца? Попрошу сейчас показать видео, потому что сначала вроде никто как и не увидел, не заметил, но потом уже все начали в интернете смотреть, что действительно каких-то там два человека были на этом куполе, не знаю, пытались они этот дрон сбить или что они вообще хотели сделать. У вас есть какие-то предположения? Да, у меня есть предположение, потому что, судя по всему, они появились после первого удара. То есть вот когда прошел первый удар, и еще не прилетел второй дрон 15-минутный, через 15 минут. А нет, это подождите. Говорят, там, что это там, первое видео, это первый дрон. Да, это первый дрон, это точно совершенно первый дрон. Знаете почему? Потому что там легко определить. Второй дрон вызвал пожар, который горел довольно долго. А первый дрон — это вот такая вспышка, и просто, так сказать, он упал, и ничего дальше не происходит. И он летел с другой стороны, извините, перебью. Второй дрон с другой стороны. Да, и второй дрон летел с второй стороны. Вы знаете, эти люди, это могло вот что быть такое. Мы же последние два дня говорили о том, что Москву закрыли вообще, да, то есть закрыли Красную площадь, закрыли Кремль. И в Москве организованы круглосуточные наблюдения по кварталам, где там мобилизовали студентов, пенсионеров, мобилизовали всех кого-то, чуть не школьников, для того, чтобы они типа по типу народной дружины ходили, значит, с дозором и высматривали дроны вокруг Москвы в каждом квартале. И вполне возможно, естественно, если такая штука есть в Москве, то такую же вещь наверняка организовали и в Кремле, как главной все-таки цитадели государственной машины путинской власти. И поэтому вполне возможно, что это были вот такие люди, которые просто, так сказать, сидели как бы, ну, часовые такие на крыше, да, и смотрели, прислушивались, летит что-нибудь или не летит. Вопрос другой. Почему эти дроны долетели до Кремля? Почему их сбили вот только над этим куполом? Причем дроны долетели точно до купола и их сбили точно над куполом. Да? Вот это главный вопрос. Потому что если они пролетели хотя бы километр, почему их не сбили над Москварикой, почему их не сбили над Китайгородом, то есть там, где на подходах к Кремлю, да, почему не сработала никакая система защиты? Потому что если посмотреть вот второй дрон, он, в общем, шел, так сказать, с севера, с северо-востока где-то, или даже с северо-запада. А это значит, он пролетал чуть ли не над Лубянкой перед этим делом, чуть ли не над администрацией президента Российской Федерации на Старой площади перед этим делом. Да? Или, по крайней мере, там где-то... там тоже, кстати, есть какой-то кусок Министерства обороны. Там есть кусок Министерства радиотехнической промышленности, которое секретное министерство. То есть там есть здания, которые надо защищать. Вот. И тем не менее он пролетел. И вот это самый главный вопрос.
Хочу еще вам рассказать историю. Возможно, вы уже это слышали или читали о том, что наблюдаю и хорошо, очень интересно наблюдать над тем, как меняется риторика Кремля, когда они говорили «Киев за 3 дня», а сейчас мечтают об орлах-перехватчиках. Вот такую инициативу предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев, и он говорит, что нужны орлы-перехватчики, которые могли бы сбивать дроны над Москвой. Ну, ладно с этими орлами. Вот Соловьев, пропагандисты, Скобеева, они сидят в студии и говорят, что все, мы должны наносить удар прямо по центру принятия решений в Киеве. И у них очень такая истерика, можно описать. Я даже предлагаю вам послушать синхрон Соловьева и далее обсудить. Попытка провести диверсию по всей глубине и ширине фронта. Иначе никак нельзя расценивать вчерашнюю и одновременную попытку ликвидации политического руководства Крыма и покушение на верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это не просто объявление войны, а это не просто акт терроризма, это глубоко запланированная, эшелонированная военная операция, включающая в себя большое количество разнообразных элементов. И не надо никаких разговоров про красные линии. В принципе, больше красной линии быть не может. Ну, можно спросить, какая это уже по счету красная линия? Ну, ладно. Вот говорит, что это такая наша спецоперация перед контрнаступлением, что вот мы бьем там в тыл, в Крыму там пытались якобы кого-то убить. Но и говорят о том, что они теперь имеют полное право применить тактическое ядерное оружие. Вот я хочу вас по этому поводу спросить, смогут ли они это сделать? Пойдет ли Путин на такой шаг? Ну, во-первых, Соловьев несет ерунду, потому что никакого покушения на Путина не было. Это всем понятно, потому что Путина физически не было ни в каком этом бункере. Он сидел в бункере, ни на каком куполе Путина не было. То есть вот те две фигурки, которые лезли по куполу, это не Путин. Да? И больше того, даже если они там были на этом куполе, их никто не убил, их никто не разбомбил. Поэтому он абсолютно ахинею несет. Но ахинею несет именно, вот это все, что он сказал, это укладывается в ту версию, которую я вам рассказал. Это партия войны, которая требует от Путина ужесточения, эскалации того, что происходит в Украине. То есть применение самого страшного оружия. В нее же входит Медведев, в нее же входит Володин, в нее же входят еще какие-то люди. Но если вы обратите внимание, то в основном в нее входят гражданские идиоты, пропагандисты и гражданские идиоты, вроде Медведева или Володина. Потому что ответственные люди не говорят такие экстремистские, не делают такие экстремистские заявления. Ответственные люди понимают, что если Российская Федерация эту красную линию перейдет, то Китай и Индия перестанут торговать с Российской Федерацией. Все, Китай перестанет торговать. А если Китай перестанет торговать, то кто будет платить деньги этому самому Соловьеву? Кто дальше ему будет платить? Вот он из госбюджета получает деньги. Если Китай перестанет покупать газ российский, нефть российскую, российский уголь, российское дерево, российское еще что-то, то кто этому Соловьеву будет платить деньги? Ему наплевать на это дело, потому что ему, очевидно, эти деньги платит кто-то другой. Вот. И поэтому этот нарратив идет не от прагматичных людей. Угу. Этот нарратив идет не от прагматичных военных. Прагматичные военные давным-давно сказали, не надо было начинать эту войну, а теперь пора ее очень быстро заканчивать. Вот что говорят прагматичные люди. Даже такие люди, как Пригожин, говорят, что надо закрепляться на тех позициях, на которых есть, и все. И на этом заканчивать войну, объявлять перемирие какое-то и предлагать Украине договориться об этом. Вот. А Соловьёвы, Кобеевы, эти самые Володины и прочие всякие люди, они говорят, нет, ни в коем случае не надо останавливаться, надо всех разбомбить ядерными бомбами. Но все равно без разрешения Путина этого сделать никто не сможет.
Вы знаете, по поводу разрешения тут бабушка надвое сказала, да, потому что у Горбачева, когда его закрыли в Форосе в 91 году, у него никто никакого разрешения не спрашивал. То есть если вдруг вот эта партия войны решит, так сказать, провести дворцовый переворот, то это будет дворцовый переворот против Путина. И дальше с ужесточением войны в Украине. На стороне этого переворота могут стать Шойгу и Герасимов, у которых такие же красные кнопки, как у Путина. И для этого им ничего не надо. Больше того, ядерное тактическое оружие по ядерной доктрине может вообще использоваться на поле боя командиром дивизии. То есть если ему... Другое дело, что должна быть команда сверху, чтобы ему поставить какой-то ядерный фугас или ядерный снаряд какой-то, который там вот на поле боя можно употреблять. Потому что у России есть ядерные припасы, которые можно выстрелить из пушки на 25 или на 30 километров. И там будет взрыв в килотонну или в 2 килотонны, то есть это очень небольшой ядерный взрыв. И вот у России есть такая форма ведения войны. То есть это не нужно никаких истребителей, никаких бомбардировщиков не нужно, никаких ракет не нужно. То есть это вот может быть там на поле боя. Вот. И эта партия войны, вот она к этому толкает Путина. Но Путин этому явно совершенно сопротивляется или делает вид, что сопротивляется. И тогда они могут сделать государственный переворот. Потому что государственный переворот может быть совершен либо голубями, которые говорят, что войну надо прекращать, выводить войска и выходить из-под санкций, либо ястребами. Кстати, по поводу ястребов. Вы знаете, вот вы смеялись там на заявление этого человека, что там ястребы против дронов. В Кремле есть соколы, в Кремле есть служба таких хищных птиц, которые борются, конечно, не с дронами, они борются там с голубями, которые просто, грубо говоря, гадят на все памятники и крыши Кремля. И чтобы их отгонять, ворон, голубей, там всякую мелкую пташку, в Кремле есть соколы и орлы, которые летают и их, значит, отгоняют и так далее. То есть такая служба на самом деле существует. И то есть их могут научить избивать дроны, да? Да. И, кстати, я слышал, что такие опыты есть. По-моему, где-то на Западе такие опыты есть. Вокруг аэропортов тоже, кстати, есть такие же службы, которые отгоняют вот всю эту самую живность. Потому что это опасность огромная для самолетов представляет. Потому что если птица залетит в реактор реактивного самолета, то, соответственно, может быть катастрофа воздушная. Поэтому там с этим делом борются. Вот. И такие службы существуют. Кстати, вот Соловьев вспомнил о Крыме и о том, что там якобы задержали агентов украинской разведки, которые готовили покушение на руководителей оккупационных властей Крыма. А что это за еще один такой спектакль? Это спектакль ФСБ. Эта информация прошла не от Соловьева, Соловьев просто ее озвучил, эту информацию озвучила ФСБ о том, что задержана целая группа партизан, целая агентурная сеть, которая работала на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, глубоко законспирированная, которая там ее связали с каким-то человеком в администрации, в офисе президента, который их всех завербовал, и они, значит, там работали, что, в принципе, не противоречит реальности, потому что на оккупированных территориях есть люди, которые работают на Украину, которые осуществляют специальные операции, то есть есть партизаны, есть специальные войска специальных операций украинские, которые тоже осуществляют диверсии на территории, на оккупированных территориях. И вот если они разоблачили, это, кстати, вполне вероятные вещи. Другое дело, что они говорили, что все они дают там признательные показания, все они сотрудничают со следствием и так далее. То есть они вроде как все сломаны. Вот. Но с другой стороны, мы же не знаем, их, может быть, там пытали до этого 3 месяца, прежде чем они начали подписывать эти признательные показания. Потому что, вот, кстати, когда меня спрашивают про КГБ и спрашивают про разведку, спрашивают про пытки, я всем рассказываю, что действительно нам там, вот, когда мы учились, нам говорят, что если, не дай бог, вы окажетесь в ситуации, когда вас там будут пытать, то мы должны заранее вам сказать, что все эти истории киношные и романтические о том, что там вот там как
Щерс какой-нибудь, я не знаю, там, или как, я не знаю, еще какие-то там герои, партизаны или герои-разведчики, или там Зоя Космодемьянская и прочие всякие такие дела, вы будете хранить тайну и не выдадите ее никогда, или там как профессор Флейшнер, вы будете выкидываться из окна, укусив цианистого калия, то все это ерунда. Если вас будут пытать профессионалы, если вас будут пытаться расколоться профессионалы, то вы все расскажете, даже расскажете то, чего никогда еще не было. Вот. И по этому поводу, так сказать, не делайте из себя героев. Вам нужно просто попытаться сказать, ну, меньше, чем настолько, насколько возможно, мало рассказать. Но то, что вы расскажете, это для нас не является никакой, так сказать, заранее, это не будет вам виняться в вину, потому что понятно, что под пыткой говорят все. То есть если человек не заговорил под пыткой, значит, просто плохой пыточник. Если профессионал вас пытает, то любой человек заговорит. Вот хотела бы еще обратить внимание на новый тренд российской пропаганды. Они сейчас очень активно разговаривают о том, что нужно усиливать силовой блок Российской Федерации, бороться с внутренним врагом, с пятой колонной. Давайте послушаем. К Кремлю прилетел-то не из Подмосковья, а скорее всего, соседнего квартала. Но ведь у нас вот эти все вопросы, они остались неотвечены, за исключением теракта в Крыму, где наши спецслужбы отчитались о том, что они всех там захватили, радостно раскололи, там, ну и сейчас с ними там разбираются, дальше всю эту сеть выявляют. Но это опять удар по хвостам. По хвостам? По хвостам, они уже нагадили. Хорошо, если мы говорим, что не, ФСБ не может, я понимаю, это Следственный комитет, может быть, ФСБ предупреждает, а другие тем временем. Но после этого мы удивляемся, что у нас беспилотники непонятно откуда влетающие, что у нас что-то поджигают, у нас какие-то теракты. А мы ж ничего не делаем. Даже когда мы их ловим, мы им предупреждение выносим. Мы находимся на пороге серьезного разговора в обществе о принятии другого комплекса мер, который позволит обезопасить мирных жителей приграничья. Друзья, нам нужна иная интенсивность работы силовых органов, иное количество блокпостов, и, наверное, надо делать карантинную зону. Но они так еще, что интересно, говорят, что почему никто не отвечает за то, что случилось с Крымским мостом, вот сейчас с этим Кремлем. Кажется, как будто они начинают там против своих. А может ли вот эти разговоры, которые сейчас появляются в Роспропаганде, что нужно усиливать силовой блок и бороться с внутренним врагом, как-то стать движком каких-то процессов? Да, это может стать движком каких-то процессов, потому что то, что прозрачно прочитывается за всеми этими высказываниями, нам нужны чистки сталинские. Нам нужен 37-й год. Нам нужен 36-й, 37-й год, Ежов, Ягода, Берия. И нужно сотнями, тысячами арестовывать людей, сажать их в лагеря, расстреливать и так далее. Вот о чем они говорят. Эти люди глупы. Они просто глупы, потому что они не читали историю. И они не знают, что когда были сталинские чистки, то они шли волнами. Ежов расстрелял Ягоду. Берия расстрелял Ежова. Берию расстрелял Хрущев. Расстреляли всех председателей КГБ, начиная с Ягоды. Они все были расстреляны. То есть те, кто устраивал сначала террор, заканчивали жертвами этого террора. Эти люди не изучали историю. Это раз. И, во-вторых, они не изучали историю в другом смысле. КГБ как организация, которая была призвана охранять Советский Союз, Коммунистическую партию Советского Союза и саму себя, не выполнила свою задачу, потому что в 1991 году был ликвидирован КГБ, запрещена Коммунистическая партия Советского Союза и развалился Советский Союз. И поэтому, во главе Российской Федерации нынешней кто стоит? Путин, да. Патрушев, Бортников, то есть те самые чекисты, которые тогда позволили все это дело развалить. И обращаться к ним и говорить, что, ребята, нужно зажимать гайки. Карамурзе дали 25 лет. Куда еще зажимать гайки? Куда еще вы хотите зажать гайки? Они не понимают, что спецслужбы в условиях российской коррупции и капитализма никогда не смогут зажать никакие гайки. Потому что люди, у которых есть деньги, откупятся. А будут страдать вот эти самые люди, которые к этому призывают. Вот они и будут первыми
жертвами этого закручивания гаек. А может, они хотят, чтобы Путин наказал Патрушева, Бортникова за эти провалы? Ну, а это, я вам тоже говорил, когда был теракт, начиная с теракта в Крыму с Крымским мостом, я вам говорил с самого начала, что в нормальном государстве должно было проведено расследование, но до проведения всякого расследования на следующий день должен был освобожден от должности Патрушев сразу. Потому что он был 5 октября в Крыму, проводил совещание о безопасности Крыма. Через 3 дня теракт. Все, значит, человек не соответствует своему служебному положению и исполнению своих служебных обязанностей. Сразу Путин не снял его. Путин должен был снять директора ФСБ. Не снял, потому что этот грузовик заехал с российской стороны. Охранялся ФСБ, Росгвардии. Он должен был снять Золотова. Сразу, немедленно. Вот 3-4 человека ключевых людей, отвечающих за безопасность, после этого теракта должны были полететь. У Путина не полетел никто. И поэтому так же, как реакция, и сейчас, вот, в принципе. И сейчас ничего не было. Вот мы с вами это обговорили, да. Что реакция там при Сталине, реакция при Андропове была совсем другой. Когда Матиас Руст сел туда же, вот, ну даже поменьше, да, он сел просто на Красную площадь, ничего не взорвалось, летел министр обороны, начальник ПВО страны. Это при Горбачеве, который был либерал, который вообще ничего тоже не делал, так же, как и Путин. Горбачев трепал языком и ничего не делал. И Путин на самом деле не является никаким диктатором. Это я уже говорю, я уже устал об этом говорить. Люди говорят, вот диктатура, диктатор Путин, фюрер Путин. Да никакой он не фюрер, никакой он не диктатор. Он вообще трус и мелкий пакостник. Мелкий пакостник, он вообще никто, у него нет никакой власти. Потому что отсутствие реакции на такие пригожинские ребята матерят министра обороны и начальника генерального штаба. Если бы у Путина была власть, он бы этих ребят сразу, по крайней мере, их посадили бы в тюрьму, сразу, на гауптвахту военную. Потому что во время войны эти люди нарушают субординацию и оскорбляют высших должностных лиц военных. За это во время войны вообще-то расстреливают без суда и следствия, прямо вот там, где они находятся. Ничего не происходит. Гиркин и Пригожин критикуют военных и Путина. Гиркин говорит Путину: Владимир Владимирович, заткнись. И что? Да. И что дальше? А потом эти ребята, вот тех, которых мы сейчас прослушали, они говорят, надо закручивать гайки. Хорошо, а кто будет закручивать эти гайки? Патрушев и Бортников, которые не могут обеспечить эту безопасность, они будут закручивать гайки. А если не они, то кто? Гиркин с Пригожиным будут закручивать, с Кадыровым? Кто будет это все делать? И когда вот Кадырова вы посадите на должность директора ФСБ, вы увидите, как он будет закручивать гайки. Он будет закручивать гайки. Но потом эти же фашисты русские будут говорить: да как же так, чеченец какой-то, у нас тут русских расстреливают. Да, они же все фашисты. Да, поэтому Кадырову, кстати, а Пригожин говорит, о, наполовину еврей будет расстреливать русских. Они все крутятся в замкнутом кругу, из которого нет никакого выхода. И самое главное, что их реакция, это абсолютно реакция безграмотных, не знающих историю, не имеющих ни малейшего представления об управлении государством людей, которые просто занимаются демагогией. Вот все эти Соловьёвы, Скобеевы, все эти вот людишки, которые чего-то там говорят, их эксперты, которые приходят и чего-то там говорят, вот здесь надо гайки закручивать. Да, парень, садись в директорский кабинет в ФСБ и попробуй закрутить гайки. Попробуй закрутить гайки. У нас в стране, которая 17,5 миллионов квадратных километров. Иди, закручивай гайки. При Сталине эти гайки не могли закрутить, да, потому что их сорвало резьбу и закончилось то, тем, что все те, кто закручивали эти гайки, кончили на плахе.
Сергей Олегович, хочу напоследок еще к одной теме, очень важной. Министр обороны Резников сделал предположение, что под предлогом катаклизмы на своей территории Россия может сообщить об очередном жесте доброй воли. И вот он говорит, что может произойдет какое-то происшествие с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе и солдат. И так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. Но пропагандисты, как всегда, перекрутили это заявление. Они сразу написали: «Киев заставит Россию прекратить войну», министр обороны Резников. То есть они подают это так, как будто мы сделаем какую-то провокацию, что-то организуем, какой-то теракт, и вот они уже об этом сообщают своему населению. Но, возможно, именно то, что произошло вчера в Кремле, это как раз и станет прологом к теракту на АЭС, который может сделать Российская Федерация, когда уже сейчас они обвинили в этом Украину. Они могут действительно пойти на такой шаг? Путин может пойти на все, он с этого начинал. Путин начинал со взрывов на Гурьяново, со взрывов в Москве, со взрывов в Волгодонске, с Патрушевым. Патрушев начинал с Путиным, с неудавшимся взрывом в Рязани, для того, чтобы создать вот такую же ситуацию, когда люди захотят сильной руки, когда Путину таким образом удалось развязать Вторую Чеченскую войну, которую Россия, кстати, проиграла. Да, и с тех пор она назначила наместника, выплачивает ему дань, и у него полная свобода действий. И он отстроил исламский халифат с шариатом на территории Чеченской Республики, которая получила де-факто независимость от Российской Федерации. Но еще к тому же, который ей выплачивает дань экономическую каждый год. Минимум миллиард долларов, а максимум 5 миллиардов. Вот. То есть все это мы проходили. Все это проходили, конечно, эти люди, у них мозги, вот у Патрушева и Путина такие мозги, они могут придумать все, что угодно. Другое дело, что если мы будем придерживаться логики нормальной, то она не работает, потому что в Министерстве обороны Российской Федерации штатная численность 2 миллиона. При этом 1 миллион 150 тысяч военнослужащих. На фронте в Украине никакого миллиона российского нету. То есть если надо будет разгребать какие-то завалы вокруг некой там АЭС, Курская АЭС, я не знаю, какой-нибудь там Удомли какой-нибудь там между Ленинградом и Москвой, вот, то достаточно... МЧС есть, огромное министерство со своими, кстати, вооруженными силами. И в этом смысле это люди, которые не понимают, как устроена государственная машина, которая выдвигает эту версию. Потому что у Российской Федерации вполне достаточно других резервов для того, чтобы с этим бороться. Но как повод информационный, чтобы сказать, что да, вот у нас там слишком много усилий на Восточном фронте, вполне возможно, чтобы сохранить лицо. Да? Потому что Путину ведь очень просто прекратить войну. Вот он приходит сегодня в кабинет и подписывает указ. Я, ниже подписавшийся, Владимир Владимирович Путин, приказываю остановить военные действия, уведомить украинскую сторону о том, что мы останавливаем все военные действия, выводим все войска с территории, просим дать нам возможность вывести организованные войска с украинской территории, даем гарантии вывода с украинской территории, сообщаем о том, что мы выводим всю тяжелую технику, все запасы вооружений, начинаем выплачивать репарации, начинаем выдавать Украине военных преступников, и все, и закончена война. Никаких проблем нет. Зачем еще что-то придумывать? Кстати, у Путина есть для этого дела очень простая логика. Ни одного миллиметра квадратного российской земли Россия не потеряла. Ни одного миллиметра. Если она возвращается к границам 91 года, у нее остаются все те же 17,5 миллионов квадратных километров. И сказать, что вот мы защитили эту свою территорию, ну и ради бога. Да.
Сергей Олегович, огромное спасибо вам за информацию и за время, которое вы для нас нашли. Я желаю вам хорошего и спокойного дня. И нагадаю, що Сергій Жирнов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ, був сьогодні із нами на зв'язку. Ви, друзі, будь ласка, поставте вподобайки нашій розмові, напишіть свої коментарі, сподобалось вам чи ні. Ну і, звісно, що не забувайте вказувати, з якого ви міста. Нам дуже важливо розширяти нашу географію і розуміти, де нас дивляться та де нас чую. Я усім дякую за увагу і бажаю тільки хороших та приємних новин.